Всем привет! Меня зовут Инесса. Я преподаватель в танцевальной студии Текари. Преподаю малышам от 2 до 4 лет ритмику. Детская ритмика – это очень важно, особенно для малышей этого возраста. Именно в этом возрасте очень важно начинать заниматься ритмикой, потому что у деток начинает формироваться координация, начинает формироваться опорно-двигательный аппарат. И как раз-таки на этих занятиях мы учимся растяжке, базовым танцевальным движениям, учимся взаимодействовать друг с другом. На занятиях в игровой форме мы обучаемся и ритмике, и танцевальным движениям, пластике. И обязательно выучим для вас, дорогие родители, номер и на отчетном концерте с удовольствием для вас выступим. И я жду ваших деток у себя на занятиях.